Здравствуйте, меня зовут Крутикова Татьяна. В нашей следующей лекции мы с вами поговорим о порядке учета расходов при лизинге. Обсудим с вами правила, которые установлены 25 главой, в том числе изменения, которые прошли с 1 января 2022 года, и посмотрим, чем эти правила отличаются от правил бухгалтерского учета, которые установлены 25-м ФСБУ. Смотрите на видеоконсультанта.